тоже. Мы там тело возле нету, леди. Бой. Да не, просто тушка в Долоране. Нравятся такие диски. Рудеус, Денухи, агрессивные. Босс куда-то пропал. Кто знает, ура! Почему. Да, наушники вставляю, звук и там идет. Звук вставляю. Он на мне бал висит еще, каркунский боевой стандарт. Вторая фаза пошла уже. Олег, там есть на лестнице мой труп? Не. Седера есть. А, есть, вижу. Давай, Седер. Рудеус, заходи. Зайдите лучше все за линию, я сам по РСу. Идите все за линию, то босс еще сагрится, когда кто-то зайдет в игру. Будете опять попадать. Юэ, вставай. Был раз. Табличка есть, нажми ОК. Можем пока кикнуть их. Тогда не придется ждать, заходить их. Находите, кушайте рыбу. Длинноухий Моровинд Джаспанк. Тут тебя ждем. Все, Ваня, ставь шкаф. Так, ну вы сами видели трай. Если вы переагриваете моба, он вас убивает. И поэтому, мне кажется, нужно следить за своим агро. Почему-то мне так кажется. Сеттер, давай, спекайся в танка. Пойдем 4 танка. Кушайте рыбу, бафайте рейд, все здесь. ДД, вы должны будете помогать меликам убивать трэш, так как слева бьют 7 человек, справа 8, плюс слева 2 вагона, 5 и 7 и 3 КГС, так что помогайте. Чек на пул. Блин, готов, да? Седер не спекнулся в танка. Седер, ты меня слышишь?
Я сейчас в танке, Олег? Ну да, в танке. Ну, это означает, что ты должен спекнуться в танка, а не просто сказать «да». О, господи, короче. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Тут ты за тормоз какой-то, я не понимаю, блин. Бейте, трэш, не хочется здесь вайпаться. Седер. Кабавар. А, ну понятно, чем мы не убиваем трэш. Седер бьет босса. Играйте в трэш, контролем своих. Баба. Видите, служи. Играйте опять в трэш. Все в трэш играем. Сейчас будет контроль. Играйте, помогай мне диспелить. Я освобождаю тебя от проклятия. Справа черепок сливайте. Контрольте людей. Подымай крауда. Играйте опять в трэш. Людей походу память отшибла, что ли, или что? Ты же сказал, РДД справа бьет. Я не знаю, дальше есть смысл продолжать. Верзила дамажит 6.4 кгс, как фури 5.7. Плюс 2 вагона в рейде. Плюс люди не бьют трэш, когда я им говорю. Давайте в трэш играем. Ладно, давайте упадем. Падаем еще раз. Так минус 2 всего лишь. Падаем. Верзила есть нормальный ДД? Хапа, заходи на ханта. Не надо ему заходить, я зайду просто на нормальную шару. Нет, Верзила, как ты дамажишь 6.4 кгс со фуриком, как фурик 5.7? Че ты жмешь-то? Экстрима тоже. Вы осознали бессмысленность? Да пусть остается на своих чарах. Я сейчас зайду на варю. И все будет нормально. Видите, говорю, Уркадликову, бейте трэш, Седру говорю, о Орде говорю. Не стоят, бьют леди. И получили ГП за это. В следующий раз будет 500 ГП. Потом будет кикс-рейд, наверное. Так я бил трэш. Нет, ты не бил трэш, я смотрел за тобой. Ты начал его бить только на третьей волне, когда я кинул на тебя звездочки. Потому что у меня пока 2 голоса, я не слышал.
Ну это не важно. Мелики должны бить трэш даже. Несмотря на то, что РЛ говорит там. Он будет на будущее тебе, значит. Ваня вылетел? Ваня вылетел, да, наверное. Ладно, оставайся пока. Это надо Верзиле перезаходить, а не тебе с таким дамагом. Да. Вроде все бьют трэш, 53% в леди, только трэш развешивает проклятие, это значит, что вы очень долго бьете. Пошли с ума не человек, а камни. Как демон у нас вылетел. Придется все равно с ума не человека. Идемте, один человек за мной. Орда, ты в РК? Седдер в РК? Да. Не будешь выполнять команды, да, Седдер, буду вас скикать с рейда, начислять ГП. Потому что косвенно мы из-за вас вайпаемся, трэш не сливается, кидается проклятие, РД не могут бить мобов, мелики тоже. Идет вайп. Хилы хилить не могут. Рейд у нас слабенький, люди хоть и на чарах 6 КГС, 6-4, но слабо играют, поэтому надо строго выполнять тактику, чтобы спокойно убивали боссов. Все, засумонили ралли, пошли венс теперь. Есть у вас команда МАК у кого-то? Только СПД. Ясно. Да, зелье быстроты. А, ну тут не надо. Тварь и так не бьет автоатакой практически. Ты тут до сраки зелье. Всем здорово. Здорово. Главное, что вам нужно запомнить, то, что вы в рейде и должны играть на рейд, а не на себя. Поэтому если справа трэш убит, а слева нет, это не означает, что вы должны бить леди. Это означает, что нужно переключиться в левый трэш, так как милики по каким-то причинам не справляются с ним. То же самое наоборот, если там РДД не справляется, помогаем. Если мы будем выполнять все эти условия, то есть играть на рейд, мы убьем все с первого трая. Если нет, то будем вайпаться здесь часа 3-4-5. А сколько троев уже? Два троя было. Просто трэшно было. Давайте чек на баф. Дампир СС на фогу кинь. Фога поднимал кого-то? Магенту. А какое КД у тебя? 4 минуты. Плюс к тому же у нас не 4 друида, как обычно бывает. А 1. Поэтому, когда кто-то умирает, нету возможности реснуть много раз. Соответственно, все ваши слаки будут еще лучше видны, так что не умирайте. Фласка есть у тебя на СПД? Чего ты говоришь? Я говорю, фласка на СПД есть? Не трейд. Алекс. Да, найдемся. Сейчас тебе 3 штуки дам сразу. Все, все готово, макрос на пол пошел, соберитесь, просто делайте то, что вам говорят, и мы все спокойно убьем. Место
Так, смотрим, сейчас выйдет трэш, вышел трэш. Давайте все в трэш играем, следим за своим агро. После трэша будет контроль. Выходим с лужи. Выходим с лужи, даже если танк не выводит мобов, тормозит, значит, просто выходим. Контролим своих игроков сейчас. Три луча будут, контролим. Вот, квадрат, луна. Луну главное законтрольте. Луна это милик. Приоритет контроля милики и РДД, которые бьют физуроном. Все живы, отлично. Идем дальше. Снова вышел трэш, играем в трэш. Не забываем, что надо сливать капли, звездопады, антимагию, незыблемость, баблы. Во время трэша будет контроль. Агрессивно, молодец, не последил за своим агро. Контролем игроков сейчас своих. Расконтролили луну. Два танка в контроле кинуло, немного не повезло. Сейчас Белина убьет. Ну, наверное, капельку кинул. Нет. Есть БР? Сколько секунд? 46. Он без вара, значит. Видите, он не додерживался тактики, поэтому... Ай, блядь, перевели. Давай, Сакру, блин, играйте только в трэш. Леди никто не бьет. Сакра на КД. Все, понял. Все в трэш играйте, все в трэш, прожмись, Белин. Сейчас будет контроль, помогайте мне расконтролить этих, блядь, игроков и диспелить проклятие. Видите, в чем проблема у нас? Я не посмотрел за переводом фазы, мы перевелись трэшем. Отошли все от духов. Будем, значит, так играть. Минус 4 уже. Давай, рост. БР кого поднять? Ленухи, давай, рост. Играйте в трэш, пока никого. Посмотрим, что дальше будет. Напуливайте на Скарлетт. Скарлетт, набивай агро, пожалуйста. Отошли от духов. Расконтрольте игроков. Поднимай меня, Фога Андрикс. Капля. Угу, все, падаем. Давайте еще раз упадем. Так, у нас танки неопытные, не могут набить агро. Куве и Скарлетт. А вы не смотрите на это и ломитесь босса. Поэтому агрессивный умирает, старожила умирает. Плюс мы неудачно перевели босса. Вы не в состоянии законтролить игроков и отойти от этих от духов. Поэтому мы вайпнулись. То же самое с Эддер. Что с Эддер? Смерть с Эддера. Нарожила, Айсфриз, Джерриан агрессивная. Есть у кого-то детали смерти? Аккаунта у меня нет просто. Меня вообще Леди, по-моему, убила. Да, можно зайти на ханта понапугивать. Ну а зачем ты бил Леди, если видел, что переагриваешь ее? ГП тебе кинуть за это? Если ты за то, что я бил Леди? Ну, ты переагривал просто и умер. Какая польза от тебя мертвого? Скажи мне. Пару причин. Да, это вопрос к хантам, почему мне на этом пыли. Ну, с них я тоже спрошу. Ну, спроси. Ну, о своей голове можешь подумать? Чё? Нет. Ты... Ну, вот видишь, поэтому мы вайпаемся. Поэтому надо играть на рейд, а не на себя. Блять, я бил трэш, бил Леди, я сдох, в чем проблема? Я ж не таунсил, не переагривал, что ты хочешь вообще мне, блядь, приебал? Ты должен был посмотреть на свою агро, посмотреть, что хан был в контроле, что мы неудачно перевели фазу, и два БДК, они тоже медленные немного, мы не смогли набрать игру. То же самое должен был сделать старожила. Просто вы должны играть на рейд. Если бы все нажали Escape, а Леди спокойно переключились бы в трэш, не было бы таких смертей. Здесь нет топовых танков, топового напула, чтобы зачищать ваши слаки по агру. Вот и все.
агрессивно ТВРК. Вот еще одна проблема. Человек не ВРК. Почему он не ВРК? Загадка. Давайте пока бафы тирейт. Кресты раздай, Жекас. И стань вижу на шамане на ханте. Но я уже забыл даже, Фога, ты меня подымал или нет? Нет, не подымал. Вы слишком много слакаете, я слишком много говорю, отвлекаясь на ненужные вещи и завтыкал на переход фазы. Никто мне не помог сказать, что вот фаза начинается. Вот ты вышел. Соскоды. Ну кинешь на Фога, как откадешится. Агрессивно ты зашел в РК? Давай без него дашь ГП и все. Я без него не знаю. РК, все не будут в РК, мы не начнем. Не пишешь? Странный человек какой-то. Сказал, что зайдет в РК. Чекаю, подтверждает. В РК как было 26, так и осталось. Не знаю, где наушники. Ну давайте поверим на слово. Все, пошел путь. Пытка номер 4. Давайте, вышел трэш, ДК с лестницы моб, видите. Идите за своим игро, танки у нас не джерионы. Помогаем проклятие диспелить. Сейчас будет контроль 1 секунда, готовимся. На лучи кидаем контроль. Кинул на луну контроль. Квадрат сейчас благополучно сольет, да? Кто тебя бил? Играйте опять в трэш. Вот смотрим, кто убил Хабовару, получит ГП. Играйте в трэш. Буря видела Цедера. Когда-то было, когда он сразу только взялся в контроль, потом я отошел от него. И его дальше убили. Я столько кил ударил, еще не били его здесь. Давайте, контрольте людей, квадрат надо законтролить. Слишком много в рейде сплакеров. Скоро терпение закончится мое. Начнутся репрессии. Че там? Трэш нами, стопай там. Давайте стопай типа 8. Теперь играем в трэш. Первый наклон на QV, заканчиваем трэш, ты идешь набивать агро на леди, появляется второй трэш на второй фазе, мы сливаем его. Контролим людей, за контролю квадрат. Иди набивай агро. QV опять в контроле, хант, смотрим внимательно. Проклятие сними. Снял проклятие. Все играем в трэш. Скарлетт набивает тоже агро по боссу. ЛП, ледяное прикосновение.
Куэ, веди босса к трэшу. Как появятся духи, ты тоже его ведешь. Ведешь леди, точнее. Ух, отходим от духов. Даем рост. Вот рост пошел. Сейчас будет контроль. Означает, что надо стопнуть по своим игрок. Квадрат надо законтролить. 20% уже хп у квадрата. Подымешь Жека Сафога. Так, играем все в трэш. На Скарлет напуливаем. Скарлет набивай агро. QQV 5 стаков. Отошли от духов. Глыбу прожми 3 кнопки. Скарлет не в состоянии набрать агро. Она в контроле. Отошли от духов. Это без ханта можно набрать. Дайте гимноману. Давай гимноману, пингвиночка, ставлю тотем. Расконтролили игроков. Скарлет. Играйте опять в трэш. Все в трэш, отошли от духов. Уводи леди с подлужи. Опять духи, уводи леди на другую сторону. Блять, я не знаю, что с твоим агро. Меня ни один маг так не сорвет агро. Туве, набивай агро. Вся надежда на тебя. Давайте в трэш играем. Отошли от духов. Залагало у всех? А не пропадал. Ну, добивайте как можете. Не добьете, будет ластрай и расход. Духи Мелизона, духи. Отказывайтесь от лута. Могу я плечи хулипалов, руки хулипаловские сразу занедить? Да, можешь. Ну, почти как молодая орда убили, только нас первого трая. Может, проблема во мне, я плохо ирелю. Час назад был с молодой ордой на леди, и там ирел ничего такого не говорил. Просто бейте трэш, отходите от духов. Теперь вот трая убили. Здесь же надо жопу рвать с вами. Ну где сейчас такой затраш? Не знаю. Я даже не хочу это смотреть. Ты если накидываешь, то делай это адекватно как-то, а не предвзято. Адекватно накинул. Первый трай. Это был второй трай. Сможете его нагнать. Первый трай был диск. И по Хабивару 39 29 хп снес орда, 17 к седер.
вижу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Ордена. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлёту. Пехота молота на места! На мои надо кому-то тапки. Ребята, бой. Нет, боя. Есть. Есть бой. Отходи. Агрессивно. Сейчас нет боя. Мы пошли тогда на корабль, берем все ранцы. Вот еще надо были вещи с ребра с леди. Третья пушка пустая. Вы видите? Что это там вдалеке? Кто кольцо на танка забрал? А, все, вижу я. А чё ты? Ты мне дал за половину ГП или за 10%? За половину. А почему? Ты на кого рулишь? Не, роли на хапала, но эти руки вообще в основном никому не нужны. Я могу тогда ролить на офспек, мне дешевле выйдет. Надо было заранее написать. Это бисовые перчатки на халипала. Как и грудь с миломордой тоже бисовые. Ладно. Это вот на мейн ролит. Ну танк, не тупи, блядь, перелетай. Разве кисти не 580 стоит?
Альянс повержен! Вперед! К королю Лючу! Вой, дай по себе каску. Пока не могу прочитать это заклинание. Торхрон, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Так, я спикнулся в Элем, а вы втроем хилите. Буду бить трэш. Оставил рыбу. Вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее... Давайте лапу. Это надо кому-то. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать. Кулак помогам дайте. Был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. И поваром обновить. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. И чист. Сегодня я исполню это обещание. Агрессивный ВРК зашел. Жалкий старик. Ваш герой. Сейчас меня слышно. Че, с меткой можно трещин бить? Бей трэш, если умрешь, ничего страшного. Это будет в натанках, не твоя. Запей еще раз. Не надо еще.
Трэш. Пингвиночка, давай гейм на отхил, потом дашь гейм на ману. Гейм-лохи поставишь тотем на ману. Закури. Трэш играем. Ребята, в трэш. Рудеус, давай гейм на отхил. Последний трэш надо пережить, сакру дать под него. Мобильный хил по команде дожди на отхил. Стадо есть, вызываем стадо, даем саку, мобильный хил, давай гейм на хил, добиваем босса. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои! Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Чинька, надо кому-то чат на канал. Нет, Джерри, заходи на до нормального ДД, не 2 КГС. Либо вообще не заходи ни на кого, не плюсуй таким персонажем. Так фугонов много. Хабар, заходи на ханта. Слишком сложно таким рейдом идти. 5,7 КГС. Побей пока трэшваром, а суманем ханта на чунку. Ну че портал не работает? Горько поможет.
Давайте звездочку убьем. Часар кто-то упал. Вставь его к стенке, да. Отошли подальше. Отошли подальше. Сейчас ванночку согреть. Давайте прелесть сначала. Так, на дистанцию у нас будут выходить ЕШП, Лохента, Савалок, плюс экстрим. Манелтер хаба будете у ворот стоять. Мобильный хил экстрема слева от босса возле кузницы. Рудеус Фога справа от босса возле кузницы, Дампир Крауд сзади босса у кузницы.
Надо шкаф поставить, сунуть хабу. Внимательно выходить на дистанцию, чтобы не согреть босса. Давай, ставь. Ты тут уже? Тогда не надо шкаф. Если у кого фаска на СПД, кушаем рыбу. Чек. Каску по приставке, пожалуйста. Каску. Вот эту каску по хантам, по хантам. Есть у кого? Господа, каска. Да, есть. Писта баф дайте. Пойдет макрос на пул. За спиной прибегаю. Наливается лужа слева от ворот. Глыбу сторожила. Пропадет лужа, восстановитесь обратно туда же. Хаба МНЛ, так дистанцию чуть больше наберите. На спине. Снова лужа справа от ворот. Карлик, прожми антимагию незаменимости. Сейчас будет большой слизень в милизоне. Одна секунда. За спину перебежали. Глыбу прожми, маг. Слукс, глыбу. Маг, ты должен убежать в другую сторону. За спину перебежали. Экстримка, вернись на то место, где ты стояла. Фиера, прожми бабл, если есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Фридом по одним пирам. Звездочки в Line свободы за спину перебежали. Да сейчас будет. Нет, не выкарабкаюсь. Фиера, Войд, Жека, Седнер. О, спасибо. Сейчас будет большой слизень, кажется. Если я не ошибаюсь. Не будет. За спиной перебежали. Экстрима, глыбу прожми. Молодец. Чего? Ладно, сейчас будет большой слизень. Заберешь его. 3 секунды. За спиной перебежали. Забирай большого, орда, прожми кош. За спиной перебежали. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох.
Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. В следующем лосе тоже набирайте дистанцию, пожалуйста. Метки сносим споры. Давайте кушаем рыбу 10 секунд. Потом пул. Всегда нравилась позиционка магов и крестов. Хорошо танка блюю. Зону одну к танкам спору. Где ты гнил? Что-то мне нехорошо. Давай, отойди, пожалуйста. Моим любимчиком, как и гниломорт. Кресты надо, лисовые штаны. Столько газа, я его даже чувствую.
Так, сейчас будет самый сложный босс после лича. Киллы, запомните, вы не сбегаетесь в цель зеленого. Вы захиливаете тех, кого откинет зеленый слизень. Милики. На первой фазе и на второй фазе вы бьете зеленого слизня сразу возле босса. Если вас откидывает, вы перебегаете в РДД зону, не чаржитесь обратно в этого зеленого слизня. Ждете, пока он опять уберет цель. И после этого только опять бежите к нему бить его. Будем стопать, ждать зеленого слизня. Первого слизня не замедляешь. Друида у нас нету, рестера друида. Поэтому будет сложновато хилить. Есть у кого-то... Чарка. Нам, господа, ну. Нету. Пушим рыбу. Джекас тут. Да. Это никому не надо, рукава акушера смерти. Там, блин, махило. Стал поплачь не пару случаев? Не. Может, Виталика с собой позвать? О, Виталик. Возилка. Ладно, у меня, наверное, интернет отвалило. Похилить на этом босс, но... Ралли, ставь шкаф. Сейчас засмотрим рестер друида. Сейчас он зайдет в игру. Реги на диване у всех есть?
Ну что там? Блин, я быстро отойду перед сипом, допустись. Так, Юлия Варка. Чек. Седа рождён. Да, успею за пирожком сбегать? Ты сколько? Секунд 25. А вон Седер пришел уже. Ты уже ушел? Сука, нет. Блин, вид столик. Выпей меня, вот эта штука называется. Где кружок стоит. РДД, смещайте сейчас в кружочек, чтоб сюда уже пошли. Потом в центр отойдете. Начинай. Кивай, пуляй босса. Так, вы уже пошли в кружок, отошли в центр. Можно спокойно бить. Топаем по боссу. 7% до переходки. 6. 5. 100. 4. 3. Бьем только зеленого точечно. Пока 2% до переходки. 1%. Бежались в черепок. Пилы захиливать на расстоянии. РДД добиваем на расстоянии моба. Мили зона. Все, переводим босса. На переходках всегда отходим в центр комнаты. На ком зеленый дебаф. На ком красный дебаф начинаем бить уже. На ком зеленый дебаф в кружочек становимся. Так, длинноухий и агрессивный. Не замедлили зеленого плохо. На ком зеленый баф, кружочек встали. Отбегаем в кружочек. Отбегаем в кружочек быстрее. Бежали с цели зеленого. Отбегаем в кружочек. Боб по цели зеленому сейчас. Бежали с цели зеленого. Отбежали от слизней, лево-право. Фога поднимай из фриза. Юльчик поднимай хабу. Три раза сказал вам отбежать в центр комнаты. Три раза неправильно сделали. Так, выходит красный. Давайте бафы. Криста баф, лапу, каску, кулак, крест, паханту, ДК. Играем все в красного слизни теперь. Не замедлил красного слизня. Дайте Боб быстрее, бля. Падаем. Ну я за пирожком нахуй. Ну иди за пирогом пока. Ну я не знаю, что с тобой, Белин. Только что отменил ГП людям. Наверное, обратно надо накидывать. Наверное, тебе надо удалить спектанка, больше не возвращаться к нему никогда в жизни. И не ходить целка, наверное. Давайте еще разок. Попробуем. Мы здесь никуда не торопимся.
потому что ты не можешь за 2 года выучить, как пить лужи. В первой фазе выливается 2 лужи. Первую допиваешь до конца. Вторую оставляешь немного. Первого зеленого слизня не замедляешь. Как раз идет переходка. Ты допиваешь вторую лужу, которая разрослась. Допил. И хватило раги сразу на 2 слизня. Этих 2 слизней замедлил. Потом просто пьешь лужи и замедляешь. Куда ты тратишь рагу, я не понимаю. Может, в босса плюешь? На переходках миликам говорю, становитесь в кружок, в центр комнаты. Не, ладно, не обязательно в кружок, просто вы должны бить зеленого слизня в спину, чтобы при взрыве вас не откинуло где-то в столик прямо, или слева от столика, справа, а откинуло в центр. Тогда у вас будет больше времени отбежать от него как можно дальше. И вы не будете стоять как Скарлетт Ди рядом с ним, потому что она его била в лицо. Ее, соответственно, откинуло в столик, и у нее не было времени, ни реакции, чтобы отбежать дальше. Поэтому зеленый слизень очень быстро взорвался в мили-зоне, и сразу было -3, так как никто не успел туда сбежаться. Поэтому мы и вайпаемся здесь. Потому что вы либо не слушаете, либо у вас реакция плохая. И, наверное, все вместе. Сумните, пожалуйста, пистол. Ралли, ты пришел? Есть у кого-то джинс? Давай, Дампир, ставь шкаф. Бля, охренеть, что ли, ману резко. Давай, Эндриага, ты поняла, как сбегаться зеленого слизня? Как сбегаться? Напиши, пожалуйста, в чате. Куда его надо бить? Ну а чтобы отойти в центр, надо куда его бить? В спину, в лицо или сбоку? Сбоку его бить. В спину. Ну вот, уже лучше. Почему я так спросил? Потому что люди отвечали в центр, сбоку, с того, как я им рассказывал. Есть у кого-то джипс? Лапу, баб, пожалуйста, интеллект. Поломанный немного, забыл починиться. Давайте чекнем. Интеллект мой. А, вот интеллект. Магов мало в рейде, всего лишь 4. Дайте еще раз интеллект. Отлично. Агрессивный, ты готов? Друг мой. Вылетел, наверное. Так, зашел. Давайте чекнем еще раз. Видимо, мы не хотим в расседнике. Иди, блин, пей столик. Уве, пуляй босса. Входим опять в кружочек. Чтобы сюда кинулась лужа, а потом мы переместились в центр и просто били босса с одной точки, не тратя при этом времени на
вторую дополнительную перебежку. Классная тактика. Восемьдесят восемь. Начинаем стопать по боссу. 6% до переходки. 5. Стопайте. 4. 3. Два. Бьем зеленого. Бегаемся в пингвины. Повезло. Есть вот хилы, я вам говорил, не сбегаться. Но не надо даже так далеко стоять от зеленого. От всего рейда, точнее. Давайте, центр, переходка. На ком зеленый добав в кружочек. Сейчас просто опять нам повезло. Я боб кинул, поэтому выжил. Давайте, сбежались. На зеленый добав, бьем зеленого слизня в спину и отбегаем в кружочек. Кружочек быстрее. Сбежались, вот, первый раз правильно сбежались. Смена цели красного, надо боб кинуть. Смотрим на смену цели красного. Пьера, боб по себе дай. Бежали с цель зеленого. Пельмени отбежали. Сколько БР на КД? 2 минуты. Могу все скинуть. Не надо. Ну, Фуга, откадешится БР, подымешь Седера, а Юльчик подымешь Хабу. Давайте в красную. Медленно красного бьете, дебаф кончился уже. Так, сейчас будет зеленый слизень. Максимальную дистанцию набрали РДД. Бежали в кружок. Бежали с цель зеленого. Пельмени. Смотрим. Колба. Смотрим. Красного играем. Да, смотри, мне хил, краут, колбы. Давайте все в красного, дебаф кончится, ДПСа нет, будет вайп. Колбы. Пельмени отбежали. Седера бернули. Давай. Юльчик, если что, подымай. Хабу. Короче, по отходим к боссу, стопаем по боссу. 4% до переходки, в кружечек стали. Ну да, зачем становиться в кружочек, да? Лучше стоять под слизни. Двигаемся в цель зеленого. Спасибо, Сфукс, за тебя минус 2. Переходка пошла, все к столу. Это красный еще. Да плевать уже. Успели. У меня раги не падают. Падаем. Я 2 красных, зеленый бьется. Ну я понял тебя. Как вишенка. Ой, извините.
Ладно, давайте ластрай сделаем. Если такая же хуйня будет, я распущу. Да я уже. На каждом боссе такая хуйня. О, как неожиданно. Без ГП сейчас. Наверное. Сфукс, а что ты делал рядом с зеленым слизнем? Расскажи, пожалуйста. Ты в РК хотя бы. Что вы за люди? Включайте в РК, когда накидываю ГП.